Сегодня в Национальной библиотеке в Алматы прошел вечер, посвященный памяти казахского писателя Саина Муратбекова. В честь 85-летия со дня его рождения собрались его современники, поэты и читатели. Писатель был больше известен как автор так называемой деревенской прозы. Он рассказывал о непростой жизни советского казахского колхоза, об их повседневных заботах. Его герои – сельские интеллигенты, чабаны, школьники. Первый сборник его рассказов «Моя сестренка» вышел в 61-м и сразу нашел отклики в сердцах читателей. «Дикая яблоня», «Горький запах полыни» – один из самых известных произведений Саина Муратбекова. Они о войне, о конкретных судьбах. И хотя написаны они были в 70-х годах, современное поколение читает их с удовольствием. Брат мой был человеком образованным, талантливым. Он ко всем относился с уважением, отличался от других своей добротой. Его произведения были ярким огоньком для всех, кто искал смысл жизни. И для нынешнего поколения его рассказы и повести, как маяк, они всегда укажут путь.